Контрабандиста, который пытался провести бивни мамонтов и рога до исторического носорога, в Китае приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры. Гражданина России задержали в столичном аэропорту осенью прошлого года. Основную часть бивней и рогов передали в Национальный музей Казахстана. Остальное их законным владельцам, предпринимателям из Якутии. Эксперты оценили контрабанду в 1 миллиард тенге.